Я показала, во-первых, специально отведенном эфире, где люди платили за то, чтобы на него смотреть. То есть я понимала, что это будет для кого-то страшно. В прямых эфирах, когда я показываю, всегда можно не смотреть. В сторис я выложу по просьбе, еще раз говорю, меня очень многие просят, но это будет прикрыто. Куда пропала страница с другим аккаунтом, где оплачивали 210 рублей, обещали месяц показывать восстановление, а его больше нет. Слушайте, я показываю свое восстановление здесь вам каждый день. Зачем вам восстановление в другом аккаунте? И тот аккаунт уже используется для других целей. Вы увидели всю операцию от и до, все 5 часов операции. Какие-то претензии раз есть? Ни один мне претензий не предъявил. А восстановление каждый божий день в моем аккаунте здесь. Вот. Ладно, ребят, наш ужин... уже в разгаре. Вот Ромочка тут перчит и солит креветочки. Закипает воде. Это что, уже готовы, что ли? Эти, да, еще чуть-чуть осталось. Вот. Я это что не могу найти? Что? Пармезанчик. Прищепку, которую в угли хватает. Слушай, я никуда ее не трогала. Вот может, она там сейчас, потому что она там упала. Сейчас смотрю. Угу. Все, мои хорошие, я сфотографирую вам потом наш ужин. Чувствую я себя уже хорошо. Завтра я еду к Ире вытаскивать из головы вот эти вот скобочки. Со зрением, слава богу, уже стало намного все лучше. Мне очень жалко, что отменили фитнес-тур. Сегодня мы должны были с Юриком лететь, и для меня это, конечно, очень грустно. Очень скучаю по Юре. Ездила к нему в субботу, видела его 5 минут на расстоянии 10 метров. Это, конечно, печально. Это очень печально. Люблю вас. А если вы не знаете, кто я, то очень-очень просто узнать обо мне даже гораздо больше того, чем вам нужно обо мне узнать. Вы берете телефон, находите в телефоне Google, Елена Санжаровская. Согласно источнику 24SMI, Елена Санжаровская – популярный фитнес-тренер и блогер, вдохновляющая женщин на совершенствование тела. Она полностью согласна с выражением «Мы есть то, что мы едим». Ну, этого достаточно. Все, мои хорошие, еще раз приятного вам вечера. Спасибо, что вы были со мной. Мне очень приятно. Я на этом карантине не чувствую себя одинокой, потому что вы всегда меня поддерживаете. Вы меня поддерживали, когда мне было очень тяжело после болезни, вплоть до того, что девочки привозили мне еду. Огромное спасибо. И у меня как будто бы, знаете, есть такая вот огромная семья. И многих из вас я знаю. Мне прислали цветы девчонки, с которыми я общалась только в директе, да, которые никогда лично не видела. И я знаю, что всегда в самый тяжелый момент вы...